В Малаховке провели встречу с участием жителей и представителей администрации округа. На ней представили нового руководителя управляющей компании, которая обслуживает более 150 многоквартирных домов. Тему продолжит наш корреспондент. Если вы не доверяете, например, управляющей компании, это ваше право, абсолютно верно. К руководству управляющей компании МУЖЭП, которая обслуживает жилые дома в Малаховке, жители давно потеряли доверие. Со своими обязанностями организация не справлялась, поэтому приняли решение о смене руководящего состава. Директором назначили Ивана Курчигина. В системе ЖКХ он работает почти 20 лет. В округе возглавляет несколько управляющих компаний. Жалоб нет. Не буду говорить, что я знаю все причины смены руководства. Может быть, руководство вообще само захотел уйти. Но в любом случае пришло новое руководство, и все, в общем-то, возлагают на это надежды, ждут результат. Жители говорили о некачественной уборке, неухоженных газонах и палисадниках, нехватке парковочных мест. Пожелания зафиксировали. Но в первую очередь новое руководство планирует устранить протечки крыш, наладить систему центрального отопления и подготовить жилой фонд к осенне-зимнему периоду. Одно из главных направлений деятельности нашей компании будет, помимо приведения в порядок крови, а это перед зимой наиболее важный вопрос, это организация планово, методично, в спокойном режиме, но на постоянной основе организация работ по содержанию как дворовых территорий, так и мест общего пользования. Я признаю, и я абсолютно с вами согласен, что на сегодняшний день этот вопрос управляющей компании находится в плачевном состоянии. По словам Ивана Курчигина, для уборки территории закупят спецтехнику. Во дворах будут работать автовышки, позволяющих производить опиловку деревьев и в зимнее время удалять наледь и сосульки с кровель. По словам жителей, даже с этими работами управляющая компания при предыдущем руководстве почти не справлялась. Был некий вакуум между жителями и сотрудниками управляющей компании. Этот вакуум, он заполнялся в основном негативом. И этот негатив аккумулировался на нас, как на работниках администрации. Сейчас и руководитель округа дал указание провести какие-то кадровые перестановки в этой управляющей компании. Сейчас, конечно, большие надежды мы возлагаем на этого руководителя. За доверие жителям, конечно, отдельная благодарность. Мы постараемся, действительно, чтобы дома содержались в надлежащем состоянии, с надлежащим качеством производились все работы. Наибольшие силы сейчас будут, конечно, направлены на ремонт тех кровельных покрытий, которые еще не сделаны, не выполнены, не закончены. Для обращения жителей в Малаховке уже открыли новый офис управляющей компании. Он расположен по адресу Быковское шоссе, дом 62. Богдан Колесников, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.